Доброго времени суток, уважаемые наши контрагенты. У нас есть сайт, называется он lpfo.pro. Он существует уже более 10 лет, и на этом сайте есть та информация, которую вы видите на своих экранах. Мы ее просто переложили в обычный документ Word. И с какой-то периодичностью взаимодействуя с нашими контрагентами, мы этот документ им отправляем, потому что многие не знают и не разбираются, на основе чего зиждется психофизиологическая диагностика, обследование, обеспечение культуры безопасности человеческого фактора на их предприятии. Ростехнадзор оформляет лицензии, индивидуальные лицензии и лицензию на предприятие. Для этого надо пройти ряд процедур, пройти работникам медкомиссии, в частности, наше психофизиологическое обследование и так далее. Когда нам звонят, не совсем понимая, что, чем и это все руководствуется, мы этот документ отправляем контрагенту, звоним, объясняем, рассказываем и так далее. В этом документе переведены все те нормативно-организационные документы, на основе которых зиждется наша работа. Работа по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора и как одна из задач этого самого обеспечения проведения так называемых психофизиологических обследований для работников потенциально опасных производств. Еще раз повторюсь, эта информация есть на сайте в разделе для юридических лиц, прямо целая страница в интернете. Ну и сейчас я все-таки, поскольку это часто достаточно происходит, зачитаю эти самые документы. Причем не просто зачитаю, а этот документ сделан специально для пояснения того, каков алгоритм применения этих самых документов. Итак, уважаемый контрагент Иванов Иван Иванович, директору пишем, предположим, да, с под номером, это на официальном нашем бланке, пишем: деятельность лаборатории психологического обеспечения ООО «Научно-прикладной центр АКМЭ» осуществляется на основании следующих нормативно-организационных документов. И идет главный и основной из них, это 170-й федеральный закон об использовании атомной энергии. Давайте я буду сейчас просто зачитывать, как только дойду до нужного нам пункта, я отдельно на нем остановлюсь. Итак, второй документ. Федеральный закон 35, федеральный закон 22, 2395, 99, 184, 116, 261 и ряд других. Их все можно найти в правовой системе Гарант. Скачайте, посмотрите. Это основа основ. Далее идет важный документ, приказ Ростехнадзора 623, он раньше был, устарел, сейчас на нем уже мы не опираемся на него, сейчас я об этом скажу отдельно, сейчас идет приказ 749, а предыдущий документ 623 об утверждении административного регламента. Далее, действующее неотмененное постановление правительства Российской Федерации от 97 года номер 240. Далее, приказ Ростехнадзора 623, вот который я уже упомянул, здесь он вынесен в отдельный раздел. Совместный, самый главный для нас приказ, самый главный для лабораторий, действующий приказ, вот раздел номер 7. Самое важное для нас. Это приказ Министерства Российской Федерации по атомной энергии и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Совместный приказ двух министерств. Введение в действие положения о лаборатории психологического обеспечения. Это наша Библия. Называется он номер 532 от 30.08.2000 года с приложением, которое содержит в себе положение о лаборатории психологического обеспечения объекта использования атомной энергии РДО 159-99-типовое. Это наша Библия. Он до сих пор действует. Это постановление, совместный приказ, вернее, действует. Появился он в 2000 году, но он продолжает действовать. Никто никогда его не отменял. Далее идет приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2020 года номер 749.
об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психологических обследований. И, наконец, третий документ – это методические рекомендации ФМБА России от 2015 года номер 34С. Утвержден он был, этот 34С, 29.12.2015 года. То есть, другими словами, в конце 15-го, начало 16-го года он начал действовать. Библия, я озвучил, 532. Основа основ, вот он, 532-й. Это основа основ нашей деятельности. Неотмененный приказ министра по атомной энергии и Министерства здравоохранения. На него накладывается, соответственно, озвученное мною со стороны Минздрава, значит, приказ 749Н. И со стороны, опять же, Минздрава приказ 34С, методические рекомендации. В них, в этих методических рекомендациях, прописано приложением, по-моему, шестым приложением, прописана форма справки, которую оформляет лаборатория психологического обеспечения. Таким образом, каждая лаборатория психологического обеспечения по приказу 532 проходит аттестацию, нелицензирование, деятельность не лицензируется, деятельность аттестуется, в 532 приказе это прописано, один раз в 5 лет, согласно приказу 532 от 30.08.2000 года. У нас такая, мы проходим такую аттестацию, наш центр проходит такую аттестацию раз в 5 лет. Последняя аттестация состоялась 10 января 2019 года. Мы абсолютно легитимная действующая лаборатория психологического обеспечения. И это, собственно, и прописано ниже в абзаце. ООО НПЦ КМЭ не является медицинской организацией, а работает в рамках обеспечения культуры безопасности человеческого фактора по психологическому направлению во исполнении распоряжений Министерства здравоохранения медицинской деятельности действующего приказа 749Н, где четко указано, прописана процедура проведения психологического обследования. Четыре методики – ПЗМР, СЗМР, РДО и ММПИ. Это является основным. Мы выдаем справку по приказу 34С, вот здесь вот он, о психофизиологических обследованиях. Эта справка прикладывается к медицинским обследованиям медицинской организации любой в России, которая занимается медосмотрами. Они проводят офтальмолога, терапевта, хирурга, невролога и других узких специалистов. В этом смысле мы выступаем, лаборатория выступает тоже как узкий специалист. Соответственно, наша справка по форме 34С прикладывается к этим узким результатам анализов офтальмолога, осмотра терапевта и так далее. И медицинское учреждение оформляет заключительную справку по приказу 749Н от 28.07.2020 года. Оформляет лицензионное медицинское учреждение. То есть 34С плюс медосмотры от медиков. В итоге эта справка по 749Н отправляется вами в Ростехнадзор. Вот такой алгоритм прохождения одного из этапов получения лицензии на предприятие. Это то, что касается медицины и психофизиологии. Постоянно возникают такие вопросы. Что, как, зачем и почему, вот отвечаю в этом видео, каков алгоритм получения лицензии с точки зрения проверочной деятельности со стороны Минздрав соцразвития Российской Федерации и Минатома Российской Федерации. Такова законодательная база. Еще раз повторюсь, эти документы можно посмотреть и почитать на нашем сайте LPFO.pro, они там все изложены. Взять их можно из правовых систем, разных их много, гарант, предположим, которым мы пользуемся. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!